Ensinnäkin onnittelut vastustajajoukkueelle ja valmentajalle voitosta. No, прежде всего поздравления команде хозяев и тренеру с победой. Спасибо. En ole tyytyväinen joukkueen esitykseen. Сегодня не могу быть довольным игрой своей команды. Meillä ei ollut henkistä voimaa taistella voitosta tänään. У нас не было сегодня настоящей моральной силы и желания сражаться и победить. Raskas itäkierros Sibiriä, Amur on vienyt kyllä joukkueesta, oli vienyt kyllä mehuja pois. Ну, естественно, на это повлияло наше турне, Новосибирск и затем Хабаровск, по-видимому, это сказалось тоже на матче. Niissä alueissa, missä joukkue olisi pitänyt olla vahva ja mistä pelit voitetaan, niin siellä meillä ei todellakaan ollut voimaa. Eli mallin edustajat ja kamppailussa me oltiin koko ajan vastustajan jäljessä. Ну и в тех компонентах игры, которые, в общем-то, мы должны быть и были сильными, это игра перед воротами соперника, единоборство, значит, мы их проиграли и были всегда позади команды хозяев. Спасибо. Ну, Торпедо одержала 6 побед в последних играх, 6 играх. Ну, то есть очень выглядело прилично, набрали ход. Тем более там из этих 6 они 3. Если мне память не изменяет, они выиграли волевые игры, когда проигрывали 0-2-1-3, они вытаскивали игры. То есть команда волевая, хорошо сбалансированная такая, можно сказать, рабочая команда, хорошее движение, жесткое, в меру жесткое. Мы подготовились к этому матчу, сегодня провели один из самых лучших в плане движения, в плане плана и на игру. Это мы провели одну из самых лучших игр. Здорово сыграл вратарь, конечно, была огромная самоотдача, потому что посмотрите, сколько бросков сегодня блокировали наши нападающие защитники. То есть шайба до ворот сегодня доходила не так часто. Ну и, конечно, все неплохо двигались, и за счет огромного желания, я думаю, нам сегодня победа пришла. Ну, Кузнецк, победа, всех с победой. Положительное ощущение, то, что выиграли. Хороший матч. Здорово сыграли в обороне, реализовали моменты атаки. В общем, положительный результат получили. Как в целом вам игра вашей именно тройки в сегодняшнем поединке? Ну, понравилось. Мы хотя ни разу тогда этого не играли. Вот поставили первый раз. Понравилось. Очень боевая тройка получилась. Лично по своей игре что можете сказать? Ну, в целом неплохо. Но в нужное время, в нужном месте оказался. И получилось так. Забил 3 гола. Первый гол вы довольно так очень активно отметили. Ну, это просто эмоции. Там, когда гол забиваешь особо. Мало чего соображаешь, как радоваться. Что в первую голову пришло, то и сделал. Хитрики уже доводилось делать в карьере? Ну, делал хитрики, когда молодой был, играли по своему году. И на предсезонке, в официальных матчах еще не доводилось на таком уровне. Well, it was a tight game. Это была непростая игра, особенно два первых периода. Хорошо сыграли в обороне. Думаю, что это была лучшая наша игра, если говорить про защиту. Рад, что сегодня нам удалось забить 4 шайбы и заработать 3 очка. That's my goal. Easy goal. Shouldn't let those in. Гол в наши ворота, на моей совести. Простая шайба. Не должен был ее пропускать. Не знаю, как это произошло. Бросок был не такой уж хороший. Вроде там был небольшой рикошет от клюшки защитника. Но в любом случае я должен был поймать эту шайбу. Так что этот гол – моя ошибка. I take full responsibility for that mistake. The guy crashed the net. Игрок соперника упал в ворота, и мне, конечно, как вратарю, очень не понравилось, что он не остановился вовремя, хотя я уже забрал шайбу. Я не сдержался и пару раз его ударил, заработал удаление. Ничего страшного не произошло, можно забыть об этом. В чемпионате Финляндии штрафных минут я набирал примерно столько же, сколько и здесь. Я, наверное, темпераментный, и иногда выхожу из себя, когда меня кто-то блокирует или стоит передо мной, закрывая обзор. Получаю за это удаление, но стараюсь все чаще себя сдерживать. Может быть, сегодня был последний раз, когда я заработал 2 минуты. Я не знаю, почему не получил вызов в сборную в этот раз. В Финляндии много хороших вратарей. Может быть, я получу свой шанс на следующем этапе Еврохоккей-тура на Кубке Первого канала в Москве. I'm going to go a few days in Finland,
На несколько дней поеду в Финляндию, побуду с семьей. Может быть, схожу на пару матчей. Конечно, кроме отдыха буду тренироваться. Но сейчас лучше, как говорится, перезарядить батарейки перед следующим этапом. Recharge the batteries for the next episode.